400 килобайт в секунду. Девушка, извиняюсь, это что значит 3500 килобайт в секунду? Извиняюсь, не разбираетесь никто? Нет, нет. А, скорость интернета пишет. Тип пишет, это значит хуёво. А сколько заебись, бро? Чё, как вы, друзья, давно не виделись? Нихуя себе, первый Steam-стрим спустя 2-3 недели в Анапе. Многое пропустили, я тоже многое пропустил. Но самое главное, что мы один хуй на коннекте. Один хуй, Марик, амбассадор больших диков. А какой должен быть битрейт? Типа пиздай на эту или чё? Бро, слушаешь Рокета? Да нормальный чел, можно послушать. Чё по инету, скажите по скорости, поэтому нормально? Или надо еще у народа спросить, чё значит, блядь, 4 ты... Что значит 4000 килобит в секунду? Чё с лицом? Да не знаю, брат, обгорел, подожди, понял. Давай сюда. О. Надо спросить, типа... Блядь, тут... Я не знаю, кому не подойду, один подбитый, другой выбитый. Есть здоровые люди? Сейчас, давайте я вам переверну, чтобы вы тоже поняли. Вот так, примерно. О, здорово, брат. Пиздец, как ты сам? Охуенно, ты как? Да тоже нормально. Че, вы куда сейчас? Домой. Выйдите потом? Если че, мы на центральном. Давай. Подтягивайтесь. Здорово. Бля, если честно, по Анапе фоткаться, отвечаю. Вы уже пьяный? Не, не пьяный, я просто с моря только приехал, обгорел немного. Вот, братанчик. Что, братишка? Извини, не подскажешь? Что значит 372 килобайта в секунду? Я, бля, смотрю, 1700, смотри, скачет, ты что, понял? Это сама. Что значит, брат? 1390, понял? Ты куда это сама? Шутаешь это сама? Чего? Или ходишь, или что это самое? Что это у тебя? Да хуй знает, интернет проверяют. Ты разбираешься в инете? Вон, красный аж горит, пиздец, вот виснет все. Ты молодой, ты, да. ты это самое, ты... Разберусь. Разберешься. Согласен, да, брат. А. Можешь слушать? Давай, давай. Бля, у меня только настроение появилось. Реально. Я подбирал его 2 недели, это настроение, чтобы я сейчас зашел, а лаги начались. Я уже столько людей даже прохожу, не шучу ни над кем. Да иду в центр, иду в центр. Вот аквапарк, кто помнит эту тему? С очередьми тут снимали, кто помнит? В центре лучше ловит. Не, ну, ща, а, вот сейчас должно быть получше уже вроде, не? Сейчас получше, не? Кто помнит этот момент? 2 раза снимали тут. Где Матвей? Матвей в Португалии, ему так и не получилось приехать. Будет в Москве скоро. Во, все, тут нормально, да, я вижу. Все, я понял, как ориентироваться хотя бы. Садись. Садиться? Давай, на дырчики гоним, пацаны. Опа, пошло, зона. Мы, короче, в поисках инета. То есть, что, анапская суета. Давайте вам немножечко эту экскурсию по Анапе. Так, ну погнали. А, тут у нас, в общем, аквапарк находится. Здесь снимали с багажов предпоследнюю часть, там бонусы. Вот центральный, здесь центральный пляж. Здесь можно поугарать, здесь больше всего такого нестандартного, неформального народа, типа Китай-города, можно поржать с него, типа постебаться. Вот аквапарк даже. Привет, брат! Здесь аквапарк. Здесь клуб Маби, здесь тоже был Свагажопс раньше, я не знаю. Раньше был топовый клуб, сейчас зашквар его уже закрыли. Здесь татуху могут набить на залупе. По промокоду течка. Телок пофоткать. Здесь фонтан, ну, такой местный, да, тоже. Чувствую, что пап раздевает. Того Марк, ебать, того мир, ебал, мать. Можно сфоткаться. Тут у нас Миша вот на такси просто работает лето. На дырочке. По набережной. Чисто. Сколько у тебя в день выходит? День 3 диски. Назар киски. Че, пацаны, норма на это или нет? Нихуя учила загар, да вы мой не видели. Миша, да ладно, он, блядь, от жизни черный. Вот, я как сгорел, вы не видели, я покажу вам скоро. Я сказал, но забанят. Все, пишут, есть инет. А, да, в натуре вообще идеально, вот сейчас идеально пишут. Значит, тут крутимся. Ребят, тур на... Тур куда? Вата. Тур нахуй. Здесь Ласковый берег, где осуждаем. Время пиздилки проходят в Анапе. Осуждаем, если кто-то что-то сказал, я что-нибудь. Мы говорили про загар. Ой, мы фоксим. Блин, вот, ребят, честно скажу вам по поводу Анапы, типа, когда закрыли, типа, самолеты, в Анапе намного меньше тусня стало, но не может не радовать чистое море. Вот, клянусь, чисто в этом сезоне море максимально чистое.
по сравнению с другим. Ну да. А, Булок вспомнил про Твич. Бухал вспомнил про Твич. Я ничего не вижу, у меня солнце светит. Бля, давайте Пашу снимем, которого вы хотите. Помните вот этого, который был в пранке на этом? Бля, ну я с ним уже на братске, он нормально здоровается. Вот тут помните типа с пранка, который говорит, я не курил? Я с ним уже здоровался дохуя раз, сейчас, наверное, будет не совсем актуально. Но если хотите, могу ебать. Вы поняли, что за тип? Кто понял? Давай, ладно. Здоровимся. Мужик стрим запустил сейчас. Ага, привет. Прикинь? Кинешь салам нашим, которые смотрели? Ага. Они мужики, любят тебя привет! Тоже. Они любят, говорили, ты охуенный чел просто. Тоже эксперт. Приезжайте в Анапу, короче. Удачи, ребята! Здесь самые топовые ракушки. Я даже не захотел обратно сдавать. Покупайте самые топовые бусы тут. Какие блогеры? Это мой дядя просто, я должен ему продать. Знаете, откуда? Мужик, покупай бусы, не пожалеешь. Ага, ну жене. Почему нет? Ладно. Угарный, да, тип? Он такой с улыбкой уже, пиздец, хавает стелек. Че, Миш, пойдем там присядем где-нибудь? Блин, вообще тут весело, на самом деле. Я до какого числа, не знаю, еще деньков 10 побуду. У меня только сейчас начинаются завтра жесткие съемки. Прям такие капитальные. Я просто до этого в натуре отдыхал, выздоравливал. Ментальное, психологическое. В зал ходил. Короче, такая тема была. Обожаю Анапу, жаль. Ебать, ты контент завозишь. Да я еще ничего не завожу, пацаны. Успокойтесь. Просто общаемся, ходим. Вот типы рыбачат, смотри. Давай его дай. Сейчас, брат. Че, мужики, клюет? Голяк, все. Не, я вчера с отцом был. У нас один карп максимум был. Но мы на сперму ловили. Вы на что, на креветок? Да. На креветок, да, делаете? На червя. На червя. А еще на шашлык нормально получается. Ну, я не знаю, мы вчера на сперму два карася поймали. Прикинь, вот таких 1.5 метра. Здесь? Да, чел кончил в пакет, завернули, кинули. Они клюют, пиздец. Семя то ли что им, я не пойму. Такие, не, клянусь, у меня просто отец озабоченный немного. Показал вот такой приемчик. Пойду тоже спрошу чувачка, что он на что ловит. Оп. Бля, прикинь, он так замахивается и тебя за шиворот ловит. Мужчина, извиняюсь, клюет, нет? Поклевывает. Поклевывает. Вчера с отцом были, два карпа поймали. Настоящих карпа? Да, да. А у вас что было? Не на червя. А вы на что ловите? Лёха. На шашлык нормально еще клюет. А вчера мы на сперму ловили. Не. Что такое сперма? А? Что такое сперма? Собачья, знаете, типа отдавливаешь, в пакет завязываешь кулек. На этот и этот. Клюют, видимо, на сперматозоидов, я не знаю, что. Реально, без приколов. Я поэтому и спросил, что, есть сегодня карпы, нет? Или они в натуре только на сперму клюют? Ой, блин. Фух. Короче, что, сейчас надрачу стаканчик и, наверное, тоже рыбачить. Давай. Давайте. Оп. Вась. Как жизнь. Бля, посмотрите, какой кайф, нет, пацаны? Что можно в Москве ловить сейчас? Нихуя. Все дырки тут, все угары тут, все пассажиры тут. Куда мне надо ехать? Нику. Просто? Да. Хорошо, нормально прошло? Там нехуй ловить. На сперму жестко. Ладно. Ну, я не знаю, на самом деле я врубил больше разведаться. Дай мне, Миша, этот. Пацаны знают, что мне надо. Дениса природа видео. Пацаны, была идея с Денисом природа, я придумал кое-что попизже на самом деле. Мы же не одноклеточные мудаки, чтобы один прикол юзать третий год. Согласны? Согласны. Нахера нам Денис природа, когда есть, блять, Олег, блять, дрип ёбнутый, базаришь. С Никоглаем, да, будет, как приеду. Ты на Молстрой обиделся? Я слышал, я видел этот скит. Не то, что на него обиделся, он просто начал грань немного переходить, знаешь. Я не знаю, в чем дело, типа, либо бабки бошку кружат, либо что. Ну, типа, такой, знаешь, уже за грань начал чел переходить, эту хуйню не контролировать. А меня эта хуйня выкаливает немного. Проседает лаги. А, лаги? Ебать, натуре лаги. Миш, надо уйти, тут лаги. Бля, батя буду по городу, нахуй, походу, этот. Да давай, въебем пивка.
Сейчас, мне нужен интернетик нормальный. А, вот тут уже получше, вижу, набирает обороты. Короче, у моря херово ловит, я это понял уже. А что он сказал, Марк? Нету конкретного, что он сказал, просто в целом поведение, типа, обозначает того, что бабки голову кружат. Я такую хуйню не люблю. Я в разных положениях был, сколько у меня бабок не было, я со всеми себя по-одинакому веду. Меня не превзышают бабки или какая-то... Ну, такая хуйня. Забейте, короче, похуй. Здорово. О, нихуя, привет, мужик. У тебя, привет, очки, как у Дениса природы. Не знаю такого. Сейчас... Не знаю? Но я тебя видел. Бля, песочек продавал, еще всякую хуйню. Не видел этот прикол? Нет, нет, нет. Бля, вбей на ютубе Денис природы, поймешь. Окей. Давай, брат, давай, давай. Ага. Фух. Что за цепь? Марк Алекс и подвесочка моя. Блин, у меня много есть приколов. Блять, что, в каком мы мире живем? Я даже не могу сказать, что у меня за прикол был. Не то, чтобы его озвучить, я его идею боюсь озвучить, потому что, блять, ну могут отъебать за это, наверное. Странная хуйня. Ошейник. Ошейник, да, брат, меня привязали, говорят, блять, ты слишком дикий. Я говорю, я дикий, ебать какой дикий. Сорвался, выбежал на улицу, меня сейчас в розыске на самом деле. О, бля, жарко. Давайте какой-нибудь диалог, да, нужен. Сейчас найду подходящего человека. Очень много пожилых людей просто тут еще. А, Картес, ты замутил, что я сказал? Дай спойлер на next видос. Я, знаете, какой спойлер дам на next видос? На next видос мне нужен монтажер. Я, конечно, понимаешь, во, кстати, блядь, но ребенка нельзя снимать. Короче, как вам идея? Тут продают майку, мотаю нервы профессионально. Ну, такая, типа, бомжовская, с приколом написано. Мотаю нервы профессионально или качественно. Как думаете, угарно ли в такой майке типов доебывать? Типа, прикинь, типа, орёт, говорит, да ты заебал, иди нахуй. А ты ему показываешь, говоришь, бля, браток, читай, что написано. Там написано, мотай нервы профессионально. Он такой, ага. Ты говоришь, бля, извиняюсь, брат, работа такая. И дальше идешь заебывать. Брат, надеюсь, ты смаш-милаш по угару, ты слышишь. Все ребята, которые со мной далеко, понимают меня. Мне просто сейчас уже не варик мысли свои транслировать открыто. Потому что Миша уже, блядь, стоя едет. Понимаете, да, чупа? Миша бы просто так хуй стоя бы поехал. Я его знаю не первый год. Вот он хуй так поедет, если будет все нормально. Я говорю, что-то не то. Научи пикапу. Куплю твою цепочку с 20к. Не, бро, сори. Не хочу. Мне в ней жарко, шея потеет и... А вот, кстати, посмотрите, какие полицмены стоят. Вот такие будки стоят по городу. Миша, переделывай. Как тебе клинок аниме? Я не смотрел. О, это что такое? Что? Это что-то точка какая-то? Ну, у нас мастер-класс будет детский проходить. А, то есть сейчас мимо? Ну, через минут 10 начнется. Детки, да, будут что-то делать? Ну, детки. А повзрослее нет чего-нибудь? Ну, не знаю, как руководить. А ты до скольки работаешь? Здесь? Ну, да. Ну, это на полчаса, на минут 40. Что, погнали потом с нами? Я на работе. Ну, после работы. Я заканчиваю. Замужем? Замужем? Ну, да. Оно же золотое должно быть. Что это за кольцо? В смысле? Это белое золото. Белое? Нихуя. Бля, тогда мужу привет. Все, давай, обнял. Ты что, Миша, алкоголь пьешь? Блядь, ты что, дурак? Это же прямая трансляция, блядь. Ты что, блядь, надел? Ты что, блядь, сделал? Это же прямая трансляция была. Ты, блядь, сумасшедший подонок. Ты, блядь, сумасшедший подонок. Бля, я не виноват, что Инет наебнулся. Реально на рандоме так вышло. Я реально не знаю, что с Инетом, что с этим городом не так, но я уже такие приколы тут придумал. Просто дайте нахуй тигра выгулить.
Как тёлки будет? Не, я её позвал на свиданку, она говорит, я замужем, типа. Ну так, на лёгком рандомчике. Дамы, день добрый. Прогуляться не хотите? Куда-нибудь сходить нет, вместе? Нет, мы прогуляться не хотим. Куда-нибудь выставка, ждем, музей? Сейчас пойдем гулять. Только не говорите, что у вас муж есть. А если вдруг, то что? То вы меня очень сильно разочаруете. Да что вы, ну прям вообще. Я на пятерочке зря учился. Научились. На пятерочке учился? Конечно. География 5, история 5, алгебра 5, английский 5, обижаете. You know what I'm saying, what I mean? Там за туманами. Прямую трансляцию просто ведем. Ясно. Со школы. Ясно. Все. А их же трое, Мишань. Мы уже пришли. Ну, двоих так. Ладно, всего хорошего вам. Побольше улыбайтесь. Вы очень красивые. До свидания. С тобой фоткаться идут. В натуре? Да 100%, Вася. Кто? Сзади вон пацанчики идут, хотят сфоткаться. Уже, кстати, идут с Маби. С Маби за нами идут? Дальше, все, бежит. Вася, раз с ноги. Марк, привет, а можно фотку сделать? Фотку? Да. Давай. Че типам скажешь? А? Че типам скажешь вначале? Ну, привет всем. Ну, давай, брат. Считается. Почему бы и не привет? Уебать, вы уже все в сборе? Здорово. Давай фоточку. Как мы сделаем? Че, как? Пойдет. Так. А, вначале ты нас? Давай, погнали. А потом ты к нам, да? Фьючер нам, будущее сегодня, да, брат? Да. Все, спасибо. Вы что, местные? Нет, здорово. Можно фотку? Давай, брат. Давай. Ух, брат. Давай, спасибо. Удачи. Давай, обнял. Ебать, у меня руки трясутся. Трясутся? Я второй год хотел, блядь, сфоткать. В натуре? А ты местный? Я сейчас соль обгашенный. Не местный. Соль обгашенный? Чем, братан? Делись. Соли, брат. Делись с пацанами. Мишаня пиздец не может без соли. Солью обгашенный? Ебать, бежал. Бежал ты откуда? Что, солью? Передай что-нибудь типам. Боюсь, запретки там такое. Ну ты без запретов. Ну я понимаю. Здорово, пацаны. Инстаграм там все-таки. Маргух там такое вот. Да осуждаем, пацаны. Но там не было ничего такого. Соль пищевая, соль, вайнот, сода, ну, соль, конечно, сахар. Соль, сахар. Соль. Ладно. Лил соль, брат. Давай, брат. Удачи. Давай, бро. Бля, какую-то рамку сделал. Нет, я сделал рамку, нет? Сделал рамку, да? Да, брат. Рамка появилась какая-то ебаная. Лил соль. В общем, направо давай. Не, нету рамки. Нормально, все так же стало. Так же все стало по качеству. Lil Sol. Бля, пацаны, по-братски, напишите, нормально стало? Lil на пол. Lil дождь. Бля, вон там тип написал уже Lil дождь. Бля, прикинь, погоняло, типа, Lil на пол. Вообще, типа, непонятно. Ну да, типа, лил на пол. Ну, точно там никуда должно ну, я быть. Тебе говорю, а вот, типа, они подразумевают существительное. Лил кто-то, а ты говоришь, лил на лил диван. Что? Лил на стол. Не, лил что? Лил воду. Блять. Оуджи лил воду. Плейбой лил. Блять, да заебало это F, нахуй. Я вот в Анапе, походу, не на... Тип пишет лил на пас. А? Лил на пас. Слышь, ты вот еще раз так напишешь, блядь, пиздец, номер скинь. Если тебя в GTA-шке обгонят, у него там Mazda. RX-8. Да. Лил бухал, Lil да норм. Пас. Да, я, конечно, норм, когда мы ушли. А кто помнит шарики вон те, которые Lil мы отвели? Лил 5. Мегафон купи. Лил и пут. Лил лампас. Снежок пьешь, Лил бу. Лил дуть. Фу, ладно, я не знаю, что делать. Все, 2000 битрейт есть. Мы уходим от людей, если честно. Ну, вообще, да, но мы уходим от интернета. Ну, зачем? Мы уходим и от интернета, и от людей. А надо было в сторону парка. Вон, ну, типа, а, это малой, блядь, тип угарный. Ладно, сейчас что-нибудь сделаем. Подождите, пацаны, надо переварить немножечко информацию. Меня калит то, что в центре, типа, не ловит интернет, и вы пишете F. Это хуёво. F — это не есть H. Мне надо H, а не F. Илюша бы дунуть. Сейчас, пацаны. А почему ты? Майка. Странные типы.
Фух, мужик, куда нам удариться? Приехали, некуда идти сейчас. Где тусовочка? Не знаю, что. А? Булок, ты же местный. Ну, я местный, но я-то переехал-то. Я уже давно, меня тут не было. Пахана не может спросить. Пахан недоступен, брат. Что ты хочешь? Куда можно сходить потусоваться, какой-нибудь дежур? Ты же много лет назад отсюда переехал, ты уже не знаешь свой родной город. Ну, может, что-то новенькое открылось, не? Можно жить? Да, ты у меня спросил, я старый, блядь, по сравнению с тобой. Старый, да ладно? Чего вы все так хороните рано? Реально, кому не подхожу, я старый. Ты, брат, у тебя еще... Тусовки уже прошли. Телок 30 точно еще нахуй в месяц. Ну это само собой. Просто уже тусовки уже не те уже, понимаешь? А что сейчас, почему... Ну, бля, вот приколи, почему сейчас взрослые угорают? Типа тусовки, я тоже уже клубы перерос. Я не хожу в клубы пары. Нет, у нас клубов-то нету никаких. Или взрослые такие, как я. Ну а взрослые как тусуются? Просто на хату телок, шашлычок, да, там пожарить, банька, почему? Сауна. Где-то сауна, где-то в городе можно посидеть. Ну, базар, почему нет? Я просто сам потерялся немного. Что там Билла-то его закрыли, да, сидит? Скоро выйдет, брат, все, мы молимся. Выйдет. Скоро выйдет, будем разъебывать снова. А я, смотри, прикинь, к пацанам сейчас новую... Твич называется, приколи. Типы пишут, это Лил взрослый. И что такое? Красную заходи, там самый движ пишут в Анапе. Лил в рот. Я не знаю. Красная площадь имеет в виду. Это Лил Арестант пишут. Ты сидел, кстати? Нет, это не Лил Арестант. Это Лил в рот. Ой, давай не Лил. Давай. Не выкладывал бы эту хуйню. Да это трансляция прямая, ты не понял. Я же говорю, новая тема. Да вышла. Не надо эту хуйню. Пиво ему. Пиво надо? Ну, просто ты мне хотя бы поинтересовался. А, да не, я говорю, вот новая тема открылась. Ладно, Миш, пойдем тогда. Пообщаемся с тем, кто хочет. Туда. Давай, бро, удачи тогда. Да куда убрать? Это же прямой эфир. О, ребят, что расскажете про молодежь в Анапе? Пару слов хотя бы. Блять, братан, я тебя недавно в машине видел. Она в машине? Вы сейчас куда идете? Знаешь, кто это нахуй? Блять, братан, можно тебя обнять? Рассказать? Сука. Не, братан. Кто я такой? Это Марк Булах, нахуй. А ты куда их ведешь, брат? Я хочу с той пранки поснимать. Че снимем? Сука, я... Давай, блядь, я готов снимать прямо сейчас. Ты готов в стол вот сюда, да, прыгнуть сейчас? Не, в стол, брат, не готов прыгнуть. Почему? Но, охуенный кадр вы... будет. Прям это прыгнуть разъем. На стол? Все скажут, что за тип, дай его инстаграм. Прикинь? Блядь. По-любому так будет. На него просто посмотрят, скажут, да, что за тип, дай его инстаграм. А вы куда идете? Че у вас, какой план? Гулять? Вообще нет, нет плана, на самом деле. Да. А вот ты местный? Ну, я с Питера, я приехал сюда так. А-а-а. Я музыку пишу, вдохновение ищу. Музыку биты типа? Не, рэпчик. Рэпчик? Рэпчик, да. Нарубишь? Да? Чё нарублю? Ну, дэмэдж какой-нибудь, чё-нибудь. Хуя у тебя? Маку. Хуйня, давай послушаем. Просмотр. Там нет послушаем. Давай послушаем, пацаны, реально, чё тип привёз из Питера в Анапу. Блядь, нарубай, сука. Нарубай, сразу тип. Лучше младший пишут. Лил рэпчик. Лил рэпчик. Шаришь за Янгсками? Янгсками? Да. Бля, прикинь, нет. Да и правильно. Ебать, я мудак, походу. Бля, пацаны, я мудак или нет? Нет. И гулять. Что за Лил с Ками? Что это такое? Янг с Ками. А куда вы идете? Мы просто вот так по городу гуляем. Да тупая ж хуйня. А куда я, куда? Телок ебать идет. Пошли, идем, пошли ебать телок. А они что будут делать? Да похуй. Что, ты вырубаешь музон? Типы хотят слушать. А это подруги твои? Вы все с Питера, да? Конечно. Нет. А, он вас тут снял? Да. Пацаны, демка пошла. НН какой-то пишет. Пацаны, давайте парни, оцениваем. Руслан Воробьев, ВК-группа, пишите, пожалуйста. Руслан, ты Руслан Воробьев? Да. Ебать, у тебя псевдоним жесткий. Брат, надо писать Лил там что-то. Какой не, Руслан, бля, Воробьев? Это пидорское понятно. Ты что, осуждаю, брат? А, осуждаю. Да. Ты что, не говори такую хуйню? Пиздец, в натуре, Лил Янг в натуре. Ну. Девчонки, вы готовы отдаться под такую музу? Когда 18 будет? Даже если 20 будет? Бля, брат, надо поработать над музой тогда. Говорят, не хотят отдаться. Бля, можно вторую поставлю? Не, брат, ты мне запретку пизданул. Ладно, брат, я попизжу еще. Но ты же не на Твиче стримишь. А куда, блядь? На ВКонтакте, блядь? Да. Нет. Да, покажи, ты ВК стримишь. Нет, что, дурак? Это Твич? Ну, конечно, ты мне берешь, хуйню несешь. Извините, не скажи, осуждаю. Осуждаю, извиняюсь, так только дураки говорят. Все, брат, давай, увидимся еще. Давайте, малышки, берегите его пенис. А прикинь, типа,
упасть, прикинь, типа на колени поставить за запретку, сказать, бля, ты мне все обломал, вставай на колени, Твич только так прощает. Он устал. Я знаю, да он знал, что на Твиче. Ну, не знаю, странный тип немного. Дикий тип. Что-то он музон там врубил. Я справа, у тебя я надрил, я что-то там... Такой флоу тут какой-то, блядь, странный. Вы как, друзья, продолжаем или нет? Я понимаю, что стрим не супер насыщенный, но... Вам как вообще? Лютая хуета или можно двигать дальше? Я пока разминаюсь, если что. Ничего вам дикого не обещаю, так просто скучился. Он как всегда, знаете, разминается в прямом эфире, потом эфир заключается, начинается самая жаришка. А не лагает? Нет, у меня просто... А, вот, сейчас нормально должно быть. Сейчас нормально, вроде сейчас должно быть нормально. Да, мы осуждаем и идем дальше, согласен. Блин, на самом деле самая жаришка под вечер будет, еще рановато, вышел и запустил. На самом деле было бы прикольно, если бы мы могли вот постоянно все снимать, даже ночью, когда мы тусим. Просто постоянно, то нет зарядки, то вообще не до этого. То еще какое-нибудь. То сети нет. То сети, то еще что-нибудь. По факту. На самом деле рекомендую. Вот этот сезон мне что-что максимально больше всего понравился. Отвечаю, можно... Море топовое, чистое. Всю жизнь можно чисто лайвом вот так включать и все снимать. Ну да. Просто батарея не. Еще хватает. Пару вышек поставить с этим. Надо, кто шарит, попросить, чтобы гирокоптер. На пляже гоу. Бля, пацаны, мне кажется, если я приду на пляжик, там банчик я сразу словлю. Но можно аккуратно, конечно. Бро, стой. А, пацан вещи говорит. Вариант побороться с прохожим. Побороться, да, вообще братан. Вообще нет. Братан, похуй. В спортзале побороться вариант. С прохожим нахуй. Бля, мне нужна какая-то лавка. Влоги будут? Да, будут. Я взял с собой камеру, Дена. Ты в Анапу приезжал с прохожим? Бля, приходи, я так выходил, забыл камеру взять. Не, влоги есть, я снимаю потихонечку. Мне нужен монтажер. Есть какой-нибудь динамичный чел, который ролики как я клеит? Вон к этому. Там, кто хочет побороться, приезжайте в Анапу, я вас к прохожим отведу. За ребенка на неделю, ну да. Один ребенок в неделю, это нормальная схема. Как будто она местная. Да? Да, вот знаете, в Анапе разделяется движ на местную и не местную. Если местная, ей ничего особо не говорят, типа, хуй с ней. Пусть живет. Если не местная, на нее ебать. Ее по полной обработают. Я спускаю псов, ослабляю цепь, продолжаю вновь, когда кончен день, когда гаснет свет. Выходим, свет, когда нет света, что-то все-таки есть в этом. Инвалид, братан. Да Миша прыгнул, блядь, с 10 этажа, думал, там море, там, блядь, асфальт, нахуй. Его на больницу на 3 месяца, вот только выздоровел. Сказали, ходить нельзя, только ездить. Сказали, тебе всю жизнь улыбаться будешь. Сказали, ходить нельзя, еби только телок. Вот он едет и ищет. У меня еще запасная. Что за тип, еба? Да вы его не знаете, просто идите посмотрите влоги. Это Мишаня, это свой тип. Привыкните. Вы что, охуели там, не знаете, блядь? Лил навалил. Это самое главное, да. Сколько сказали только на... Да, Марк, порежь шары, опять оплати. Я думал эту идею, тут не вариант ее делать, надо в другой город выходить. Потому что там уже поменялись продавцов. Ну, блядь, как сказать, 5. На 5 штук вперед, там 5 человек сменили, они все в курсе. Я к ним подхожу, здороваюсь. Они говорят, да, это ты. Да, они говорят, да, это ты. Только сейчас опять шарики отрежешь, не режь шары. Где ножницы? Да. Такая хуйня происходит. Поэтому лучше ехать в другой город без соебить. В магазах воровал. Ну хочешь давай. Кинешь саланчик на Твич, бро, только без запретов, что-нибудь доброе. Да я знаю. Салам алейкум всем. Все, кайф. А сколько зрителей? Да не знаю, по мелочи. Сфоткай. Давай, она. Давай, на сфоткай. Давай, давай. Все, давай, братиш, хорошего дня вам, пацаны. Давай. Вот такие типы гуляют. Будочка у них тут своя. Кстати, помните Костю со своего жопса? Его один раз в этой будке закрыли, так отхуярили дубинами. Жестко, очень жестко. Как в GTA-шке. Дай под жопу. Да не, пацаны. А, нам знаешь, куда опять надо ехать? А, не, пойдем туда, к солнечному.
Стрим с аквапарка будет, наверное, не будет. Это мой дед, это я понял. Все ему прям пихали дубины. Не, не дубины, они кулаками его хуярили. Но это было очень давно, мы были в классе 10-11. Че с онликом? Да ничего, фотки делаю, сейчас Виагру хочу купить, чтобы стояк нормальный был. У меня есть. Потому что что-то в плавках фоткаюсь. Что-то вроде стоит, блядь, но не, блядь, не скала, нахуй. Да ну ебать. Вон, у Мишани уже есть, Миша уже завел онлик, он еще не пиарил. Бля, у него там фотки, ебать, топово, он раком стоит, с помидором чисто, в попе, чисто, с огурцом, блядь. Чисто для того, чтобы тёлки, Вась. Велись, да? Да, 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 и всё. Натуре. Вон, к Мишане тёлки заходят в онлик, видят, какой у него огурец в жопе, ебать, ему просто разрывают директ, говорят, блядь, ты где? Не-не, ну ладно, это он шутит, конечно, без жоп всяких. Мишаня. А максимум, блядь, мой глаг, нахуй. На щеке у какого-то пацана. Миша не выдержал такой прикол. Решил подслиться сразу. Ну не, я это не он шутит. Подслиться. Я просто знаю, что у вас половину ебланов подумает, что я в натуре с огурцом в жопе. Да похуй, про что не подумал. Да похуй. Нет, базара нет, похуй. Я так, на всякий случай, решил подслиться. Скоро бан ему. Так бан, ладно, так бан. Я ничего такого не делал. Я лично ни одной сопряшенки не сказал и все, осудил. Мне похуй. Типа, типы, которые думают, что мне насолят, что мне забанят Твич, мне, честно, похуям немного. Вы мне вообще не насолите то, что мне забанят Твич. Я тут появляюсь раз в полгода. Поэтому вы либо кайфуете от контента, либо... Минутку? Да, давай две, брат, только. Давай. Пришли, да, пранки снимаешь? Пранки? Да. Социалки? Да, я не снимал. Давай, давай. Бля, ебать, охуенно я тебя встретил. Пиздата получалось? А вообще пиздата. Бля, я в ахуе, такие эмоции. А ты что, надолго приехал с кем вообще? С бабушкой вообще. Хорош. Долго. А ты откуда? Я с Уфы. Хорош. А. Извини, братский. Вот на здесь стрим говорю, извини, пожалуйста. За запретку? Да, я хорош, брат. Ну, типа, я... Они говорят, что ты знал, что я на Twitch стримлю специально. Нет, нет, я понял, я увидел эту красную хуйню, я думал, типа, ну, этот, ну, ВК, я думал, реально ВК, чувак, стримит. Ага, я... тебе пишет на колени. Нет, на колени не стоит, типа. Он же скидывает. Давай сфоткай. Эли, может, сфоткай. Сфоткай. Да, хочешь, давай, сейчас. Бля, ебать, охуенно нахуй. Давай, братиш, хорошего тебе отдыха. Спасибо. А чё ты девчонок слил? Да нахуй они мне нужны, я за тобой побежал. Сказал, нахуй идите. Можно сфоткаться? Сфоткаться, давай. Сфоткаться? А, нифига, вы сойдём. Давай. С кайфом? Можно с тобой кружочек мемы, все в ТГ-канал кое-что писать? Кружочек? Просто в ТГ-канал. Какая значит кружочек? Давай, давай, давай. Сейчас. Пацаны, что делать? Что там, брат, что за кружочек? Короче, ебать, гуляли по Анапе, он остался. Гуляли по Анапе, он пизданул запретку мне на Twitch. Сейчас будем его раком трахать, не, подтягивайтесь, не. Только резину берите, он бес не дает. Нормальный кружок, брат? Охуенно, брат. Давай. Давайте. Че, все? Давай, все, обнял. А, бля. Маме записал, чисто пишут. Майот. Нет, это Браво Дюрсо. Брют. Майот, не Браво Дюрсо. Лил Брют. Булок, соль. Бля, пацаны. Я, конечно, могу бесконечно шутить на эту тему. Но, блядь. У меня слишком высокие требования к шуткам, а эта шутка самая не смешная. А, да про соль какую-то. Соль какую-то. Лил соль. О, тип со Star Wars идет. Давай его доебем. Блин, брат, извиняюсь, тоже фанат Star Wars. Можешь меня щелкнуть, пожалуйста? Времени. По-братски, для джедаев своих. Ты же смотрел третьих джедаев, которые красные были, понял? Как, ну подожди. Для джедаев, пожалуйста, фоточку одну. Ну, подожди. А? Ну, одну фоточку, пожалуйста. Ну, мужик, чуть стоит кадр щелкнуть. Мы же в Анапе на отдыхе. Так, я тоже ребят, с Star Wars. Времени нету. Минуту, ну, блядь, секунду времени уже займет. Какой? Как нет времени? Ты же идешь вообще непонятно куда. Слушай, ну тебе надо. Ну сфоткай, пожалуйста. Я просто обожаю Star Wars. Мужик, ну пожалуйста. Мужик. Блин, ну ты что, хочешь, чтобы я обратно дошел? Я только оттуда пришел. Выйди, ну сфоткай и все. Мужик, ну по-братски, щелкани ты нормального типа. Я просто Star Wars обожаю. Понял? Вот этот, который, Jedi Knight. Или как его зовут? Главный, который. Как его? Так. Главный, слушай, который. Тебе надоел уже. Просто сделай фоточку, пожалуйста. Слушай, здесь не для тебя. Чего?
Уйди, не до тебя сейчас. Просто фоточку. Почему нет? Просто интересно. Реально, я уже не хочу фотку, просто интересно, почему нет. Тебе сказали нет или что? Не, я понял. А почему нет? Я вот спрашиваю. Ну, неохота мне еще что делать, мне свои дела. А, настрой, да, хуёвый просто? Да? Настрой не тот, правильно понял? Хуёвый из-за того, что ты тут появился. Или ты не понимаешь, что ты нарываешься? В смысле, брат, я просто хотел фотографию. Какой пиздюлину нарываешься? Какой пиздюлину, брат? Я увидел Star Wars, я увидел Star... это просто майка, это ничего не означает. Я просто фанат, я подумал, вы из галактики фотографируете. Нет, можно мне один снимочек? Нет. Блин, если мы сейчас до туда дойдем, я вас заставлю мне такси уже вызывать обратно. Ну иди пешочком сразу. Ну вы меня уводите куда-то, дайте фоточку одну сделаем, один кадр, щелкнемся же, да? Надоел, слушай, испарись. У вас же бесплатная пленка. Отформатировали, удалилась. Что стоит сфоткать меня? Нет, я ниоткуда. Я частное лицо. Я понял. Просто прошу по-человечески. Можно мне фоточку, а? Нет, нельзя. Почему? Просто не надо. А? Просто я не буду ничего фотографироваться. То есть у вас просто нет настроения, правильно понимаю? Да, и не будет его, тем более. Все, пятёшечка. Испарись, а. Мужику руку не пожмешь. Испарись куда-нибудь. Мужику руку не пожмешь? Нет. Ты не что, понял, что это не по понятиям? Ты в Анапе живешь. Пацан по-любому руку жмет. Уйди оттуда. Просто уйди, просто тут. Я сейчас полицию позову. На самом деле тебя не хочу с тобой разговаривать. Я позову полицию, что вы мне не жмете руку. И что? И вас заберут. Заберут этот фотоаппарат, отформатируют и вашу футболку, а мне отдадут. Слышь, иди к чертям, а? Прощаемся? Иди к чертям, вот куда угодно. Вы на негативе, я вам слова обидного не сказал. Говорю, Star Wars, респект, фотик, респект. Вы мне иди в жопу, иди нахер. Просто испарись, не хочу разговаривать, а ты начинаешь напрягаться. Просто фоточку, мы бы уже сделали, я бы испарился. О, все, видите, полиция приехала. Стоп. Уже полиция. Ладно, давай, мужик. Ну ты странный, ебать, поработать надо над собой. Ебать он тип пиздец. То я согласен. Очень странный. Садись. Поехали. Вот он в натуре не прав. Реально, подошел на доброму, говорю, с фоткой. Не знаю, пойдем до Солнечного. И давай этих пиздюков проедем, я устал с ними ходить. Тип теперь эту футболку никуда не оденет. Ебать, вечер. Тип тупой, пиздец. Бля, мне бешено все ходят за мной сюда. Че за ебланство, блядь? Вась, Беша, че за ебланство, блядь? Ты идите нахуй, вы вообще нихуя не понимаете. Только... Должно быть наоборот с респектом. Миша и так еле дается, блядь, медийность, еле выход в люди, он так стесняется, вы вообще его засаживаете. Миша нормально давно во влогах, просто в новеньком. Я просто, да, вы вообще не шарите, ничего не исполняли. Я просто не всегда в кадре, мне это не доставляет. Типа тебя еще на больную давят, говорит, Миш, иди нахуй, у тебя помидор в жопе. Базара нет. Бля, ладно, я-то еще угар понимаю. Миша еще не может не все понять. Да помидор не, в жопе его может обидеть. Не, я они все уже выкупили это. Не, я поэтому давят на больную. Я все понимаю. Нет, куда мы не поедем? Не, мне в цужик. Это куда? Ну, у тебя есть карта ше с собой? Карта есть. Сделаешь? Ты, а я тебя закину. Просто стрим идет, вы я не могу сейчас. Просто, зайди, пожалуйста, сделай это. Да. Ходышки. А я вот тут посижу. Фух. Брат. Я тут. Бля, меня бесит стрим. Сейчас, пацаны. Че, пацаны, мы тут на связи или мне кажется? Нормально все, вернулось к исходу? К исходу вернулось. Пацаны, я, блядь, за серьезным аппаратом, блядь. Типы вон фоткают. Все нормально? Пошло жара. Я, короче, Мишу отправил за пивасом. Сейчас будет пивас и продолжим. Еще немного продолжим, пока у меня не будет зарядки мало. А, у меня 22%. Кстати, охуенно обновилась призма. Сейчас тут может и нет падать. У меня пишет 1400. 1000, нихуя хуево, надо пиздавать отсюда. Сейчас я уезжаю. Сейчас я уезжаю. Не бать, как неудобно, нахуй. Все, вот тут должно быть получше, наверное. Ай, блядь. Залети в Азию там. Ой, блин, извиняюсь. Простите, пожалуйста. Блин, я бабушек сбил. Вот я мудак.
уезжает этого. Чем вы его хейтите все? Но Мишанин немного с причудой, есть у него свои заебы. Он немного не понимает, где шутят, где нет, начинает такой, типа, слишком серьезно реагировать. Сфоткаться, да, давай, сейчас я эту хуйню поставлю, давай, здорово. Здорово. Давай. Вы местные? Не, с Темрюка. С Темрюка? Да. Давно тут уже? Давай, давай, вставай, погнали. Ебать, я сату ее нахуй. С кайфом. Сфоткай меня тоже. Давай. Можно, давай. Кайф? Да, все, давайте, спасибо, пацаны, удачи, хорошего все, отдыха. Да. Давайте. Так вот, про Мишу. Про Мишу. Сейчас уезжает Миша. Я не могу уезжать. Это мой единственный, на самом деле, самый близкий друг тут, который есть в Анапе сейчас. А он немного с причудой, да. Я немного сам ору с него. Он типа, где угар? Он не понимает, где угар. Он начинает обижаться. Я говорю, бля, ты орешь, это типа угар. Он говорит, да не, Вася, типа это. Он такой загоняется. Короче, у Миши главная проблема загоняться. Мы выросли все тут в одном городе. Он свой тип, но он, блядь, с какой-то хуйней своей. Потому что он в Анапе остался. Блин, мужик, передашь нашим что-нибудь? В Саратов сейчас стримлю. Всем привет, ребят. Здорово, мы в Анапе сейчас номер вместе сняли. Сейчас, ты женой тут? Да. А, короче... Не хочешь сходить куда-нибудь поужинать? Кафе там? Кино, может. Я тут квартиру снимаю, один живу. Жену не оставишь, Али? Не хочешь отдохнуть? Да вы отвали, дружище. Реально? Ну без жены чисто отдых. Отвали, дружище. Я угощаю. Отойди. Коньяк, отойди. Виски. А? Отойди. А, снимай, мешаю? Да, отойди. А кто это? Какая разница? Отойди. Спрашивают, кто это? Отойди. А, все, понял. Сюда? Дружище, отойди. А, я извиняюсь. А вы откуда? Алло. Ладно, похуй. Похуй, похуй. Бро, живу там рядом, там можешь к чему подойти сейчас. Я не знаю, бро, мы сейчас ебемся отсюда. Пока мне телефон вот не сел, у меня 20% еще есть с вами, поди соебить. Но я напоминаю, мы разминаемся. Пацаны, подписывайтесь, те, кто первый раз залетел, те, кто еще не подписан, подписывайтесь, потому что чем больше мы наберем оборотов, тем больше у меня будет настроение в следующий раз куярить. Че, Миш, мы куда едем? Давай куда-нибудь к скейт-парку, да? Да, хотите в да. скейт-парк, пацаны? В скейт-парк анапский. Марк, по пути что-нибудь? Не отвлекаю фотографию, я думаю, можно? Фотографию можно. Пожелай да. нашим, типа. Ты что, где ты сидел сейчас? Я? Да. А, не, открой да? телефон. Не, открой экран. А, экран открыл? Твич, WhatsApp? Не, там что-то было у тебя. Не. Не, вот какая-то вкладка была открыта. А, контакт, вкладка. Да. Базар. Давай, фоткаемся? Давай. Но не на мой. Миша, не сфоткай бабырика, да. Ну что, давай. Не, возьми. Марка не надо отвлекать. Да ну, не селфи, Миша. Вот так вот фоткай. Давай. А вы что, откуда, надолго тут? Мы из Самары, я в прошлом году с тобой. Тоже тут виделся? Да, виделся. А, что, тебе понравилось? Ты решил вернуться? Да. Блин, а вон, давай, еще вместе хочешь? Девять, надо в девчонку полазить. Пинку привет передавай. Ага, хорошо. Все, пока, давай, брат, давай, спасибо большое. Блин, такой котик миленький.